Здравствуйте, это игра Клондайк, Клондайк на андроиде. Так, у нас тут затишье. Заданий много, денег нет, энергии как таковой тоже нет. Но все же хочется хоть что-нибудь, ну как-нибудь с чем-то справиться. Поэтому тут начинаем играть. Во что нам предлагают, чтобы хоть немножко заработать какой-нибудь энергии, ну чтобы хоть на один камушек. Ну, хоть немножко, но хоть чуть-чуть. Хотя, конечно, бы хотелось выбить прям все и прям сразу. Но это уже как повезет. Ну, не думаю, что дело в удаче. Надо еще что-то очень сильно постараться. Скажу я вам, одной удачей далеко не уедешь. Поэтому тут вспоминаю все свои таланты и не таланты тоже. Пытаюсь немножко хотя бы выиграть. Потому что очень-очень надо. Скажу я вам так. Жалко, что не всегда хватает ходов. Ну, а иногда бывают такие случаи. Ну, правда, теперь все реже, что не хватает даже места ячеек. Так играешь, играешь, так раз, а ячейки-то закончились. И все на ентом. Ой, что-то я тут не то наколдовала, скажу я вам. Как-то в этот раз пошло не так. Ха. Кто говорил там про ячейки что-то, вот сейчас может быть тот случай. Потому что кто-то очень плохо старался. Ну, прям очень-очень. Нет, пронесло. Чудом, чудом пронесло. Скажем так, выкрутилось. Но еще не факт, что хватит ходов. Так, с ячейками мы более или менее так. Все хорошо. Ой. А вот тут-то, вот тут, и вот так, и вот сяк. Так, немножко посидела на домашнем. Поделала энергию. Ну, немного, конечно, но запасы уже тоже так, не ахти. Хотела показать. А кто его знает, где это? Нет, это не тут. Ха, я вообще не знаю, где их смотреть. Тут пшеница, это не то. Где мои шоколадушки? Не шоколадушки. Да? А, вот, яблочек, видите, 8 и 28. В общем, ни о чем. Так. Молочка у меня спит. А должна не спать. А тут чего не стоять. Ага, тут людей не хватает, а кого-то я там понанимала. А, у меня здесь работают. В общем, да, надо покупать еще территории завода строить. Для жилья, для заводов, для всего. Так, тут 4. Ну, пока к этому не готова. Но самое интересное, что гостиницы я выкупила уже все. Где они тут? А, нет, еще можно. Третью можно, да. Ну, ладно, будем думать на эту тему. Ну, квартиру что-то не очень хочется строить, думаю. Гостиницу раз поставил, и хорошо. Нет, там есть, конечно, по 250 еще лучше, но это уже чересчур хорошо. Так, сейчас поедем на остров, ну, только сначала животных уже прикупим. Раз такое дело, ой, две коровы. Раз, 4, так, 2, поросята. Ой, поросят вообще нету, это ж мои любимые хрюши и степаши. Есть, были деньги. Денег на сегодня больше нет. Ну, как-то так. Так. Вот еще курицы остались. Ну, курицы у нас самые такие безобидные, дешевенькие, сравнительно со всем остальным. Особенно с хрюшами, скажу я вам. Так, смотрим. 4. Есть. Вот еще 6. Тоже есть. Все. А завод
А зовут у нас амбар. Спит крепким сном. И даже ему не ай-яй-яй, что он не работает. Раз, два, три, четыре. Ну, как-то вот так. Все. Типа да. Раз, два. Так, поехали. Или не еще подождем? Ну, тут уже совсем чуть-чуть. Ой, наверное, не знаю даже. Не хочу ждать, надоело. Поехали. Ну, заданий открыто много, скажем так. 27. Ого. Так, это есть. Тут делаем 14 и сразу идем сюда, где-то там в начале ищем, где это поставить. Ага. Я теряюсь, как сюда попасть. Я так думаю, что сюдою. Но я могу ошибаться. Спасибо вам за динамит. Но он мне не нужен. Так. Что тут еще есть интересное? Походу вот проходик. Кувшин. Так, а подождите, это вот это, по-моему, да. Раз, два, три. И типа идите дальше, говорят. Да идем-то мы идем, только никуда еще не пришли. 15. Ой, все-таки настаивают они на этих сосудах, которые я пытаюсь обойти, потому что энергии надо много. О, зато подарок. 9 и еще 9. Вы знаете, в этот раз я не стремлюсь, как в прошлый раз, занять какое-то место, потому что они меня разочаровали. В прошлый раз у нас как было? Мы там до чего-нибудь дошли и чего-нибудь получили. А теперь что? Общая цель, пока до конца не дойдешь, получишь только один подарок. Мне так не интересно, поэтому я где-то там на 5-м месте. Так, еще 21. Я вот так понимаю, что нам сюда. Ну, и сюда тоже хочется. Ладно, 20 убираем. И на Йентам потом надо возвращаться. Типа за энергией. Если что. Ну да. Так, что-то я там еще где-то сделала. Вот. У нас вот тут. Котелок вари. Раз, два, три. Вот. Это для этого попугайчика, я так понимаю. Так, а тут у нас ни о чем. Да, можно пополнять свои запасы, даже элементарно вот эти вот штуки открывая. Каждый там, какое-то там количество минут. Ну, не готова я к этому, не готова. Так, а где? Ой, тут пока что-то найдешь. Кокосы, кокосы. Ага, тут вот-вот кокос. Все, я пошла за энергией. Кто куда? Я на домашней за энергией. И с одной стороны хочется почистить, и с другой, а в итоге, короче, если начинаешь везде, то не получаешь нигде, как обычно, правильно? Так. Прикол за приколом, но давайте хоть какое-то задание посмотрим, что из самых первых не доделано. Ага, вот тут. Ого! Ой, я так понимаю, что этот кувшин, ну, никак не обойти. Ну, типа да. И вот это вот на 29 я тоже лучше уберу. Не хотелось, но оно того стоило. Тут 10, а у меня только 3. Сейчас пойдем посмотрим. Может, там что-то есть? Да. И вот это 10, 7 берем.
И еще, по-моему, где-то там недалеко должно быть. Ставим. Ага. Недалеко-то недалеко. Но до него надо еще дойти. Они показывают, все у них недалеко, все прям рядышком. Расстояние вытянутой руки. Я вот эту должна убрать на 28. Ну, кажется мне так, и все. Хорошая штука, правда? 11 не дам. Не дам. И не просить. А вот тут, кстати, как к этой пройти? Тут что-то сверкает. Не оно. Сейчас мы определим, что там сверкает. Не оно. Ну, это, скорее всего, вот это вот сверкает. А, все, я увидела. Это просто чемоданчик такой большой. Большой такой. Знаете, как в Клондайке за 50 ударов. Вот это оно. Так. 14. Я бы вот эту убрала бы, но она 38. 16. Еще эту штуку расчищать. Ай-яй-яй, скорее всего, полностью. Видите, она что есть. Расчистите. А потом восстановите. Но никто и не восстановит, пока полностью не уберет все. Поэтому тут еще всего видимо-невидимо, скажем так. Так, а где я чистила? Я потерялась. Я бы, если честно, вот эту убрала. 28. Да, и она ничего не дала. Ладно, будем убирать дальше. Но это будет уже совсем другая история. Видео мы заканчиваем. Всем пока.